Иерархии русской и сербской православных церквей. Дальше. Прекрасно благословили. Дальше. Прекрасную инициативу Нестеров Хмелницких благословили. Прекрасную идею. Инициативу. Нестеровых-Хмелницких о выдвижении на пост президента России на выборы президента России 2024 года многоуважаемого господина президента России, верховного главнокомандующего вооруженными силами России Владимира Владимировича Путина. На форуме «Армия 2020-2021» дальше. Прекрасно поддержали герои дальше. Армии, ФСБ, МВД, Национальной гвардии. МВД, Национальной гвардии, лучшей в мире. Дальше. Поддержали героя генерального штаба. Сергея Кужугетовича Шойгу. Сергей Кужугетович Шойгу. Угу. Ну и одновременно Сергею тоже. Герасимов. Все командующие всех родов войск. Дальше. Евменов, Солюков. Дальше. Сердюков. Шаманов. Дальше. Калмыков. Дальше. Маргелов. Ага, дальше. Востротин. Дальше. Данильченко. Дальше. На пасхальном фестивале. Прекрасно поддержал инициативу Нестеровых-Хмелницких. Подождите. Дальше. Знаменитый депутат Государственной Думы.
руководитель комитета Государственной Думы. Дальше. Андрей Михайлович Макаров. Дальше. Для нашего фильма он сказал спасибо. Поддержали самые яркие звезды российской мировой культуры и искусства. Дальше. Ольга Борисовна Любимова. На книжной выставке дальше. Господин Кибовский. Дальше. Сеславинский. Дальше. Заместитель министра печати господин Григорьев. Для нашего фильма прочитал прекрасные стихи. Дальше. Владимир Владимирович Путин, президент любимый всенародный. Да. Нестерова Метлицкий, наши корреспонденты. Дальше. Поддержали главы всех держав всемирных. Самую лучшую в мире инициативу Нестеров-Метлицких. Дальше. А выдвижение на пост президента России. Дальше. На выборы президента России 2024 года многоуважаемого господина Владимира Владимировича Путина. Дальше. Поддержали Путины. Байден, дальше. Меркель, Макрон, дальше. Курц, дальше. Бенямин Нетаньяху. Ой, еще раз, пожалуйста. Бенямин Нетаньяху. Бенямин Нетаньяху. И президент Египта Сиси. Президент Египта. Повторите, как зовут? Сиси. Дальше.
в главном храме вооруженных сил России инициативу Нестера Хмельницких и предстоящую триумфальную победу на выборах 2024 года Владимира Владимировича Путина поддержал Зюганов. Дальше. Журова, Жуков, Яровая. Дальше. Путина, Мишустина, Медведевы. Путина, Мишустина. Медведевы. Собянин, Беглов. Дальше. Колокольцев. Дальше. Бортников. Дальше. Золотов. Дальше. Лебедев. Дальше. Бастрыкин. Дальше. Зиничев. Краснов. Дальше. Сергей Викторович Лавров. Дальше. Захарова. Панина. Дальше. Силуанов, Набиуллина, Греф. Михалков Никита Сергеевич. Дальше. Меньшов. Дальше. Организаторы Московского международного кинофестиваля, члены жюри. Кирилл Разлогов. Еще раз, пожалуйста. Кирилл Разлогов. Дальше. Мирошниченко. Дальше. Филипп Киркоров. Дальше. Певец и гитарист Кузьмин. Прилепин. Дальше. Клинцевич. Дальше. Хинштейн. Еще раз. Хинштейн. Дальше. Жириновский. Дальше. Миронов. Герои славной армии, Отечества сыны. Дальше. Гордится вами Родина. Дальше. Во все века и дни. Великая отчизна, любимая страна. Дальше. Прямая линия Владимира Владимировича Путина самая лучшая в мире.
Владимир Владимирович Путин, президент любимый всенародный. Владимир Владимирович Путин. Президент любимый всенародный. Все делает для счастливой, благополучной. Для счастливой. Благополучной. Угу. Самой лучшей в мире комфортной жизни россиян. Для мира и безопасности на планете. Дальше. Для предотвращения мировой катастрофы ядерной войны. Для обуздания гонки вооружений. Дальше. Для дружбы, сотрудничества всех стран, континентов с великой, святой, могущественной, процветающей Россией. Для будущего. Для мира сотрудничества. Подождите, сотрудничество всех стран, континентов. С великой, святой, могущественной. Дальше. Процветающей России. Мы, Нестер Умитлицкий, назвали вас самым главным влиятельным президентом. Дальше. Миротворцем, гением. России и всей планеты. Дальше. Владимира Владимировича Путина. Дальше. Самым прогрессивным и передовым человеком. Дальше. Эпохи. Дальше. Тысячелетия. Дальше. Столетия. Дальше. Десятилетия. Дальше. Года на планете. Дальше. Современным Пушкиным, Лермонтовым, Толстым. Дальше. Моцартом, Чайковским, Рахманиновым. Рублеву, Рафаэлю, Айвазовскому. Это Рублевым, да? Ну, Владимир Владимирович Путин и герой России. Так, давайте
Да. Рублеву. Рафаэлю. Айвазовскому. Дальше. На Московском международном кинофестивале поддержали Жерар Депардье. Международном кинофестивале Москве? Да. Инициативу Нестеровых-Метлицких о выдвижении на пост президента России. Президента России. Угу. На выборы президента России 2024 года Владимира Владимировича Путина. Инициативу Нестеровых-Метлицких. И предстоящую триумфальную победу. Подождите, пожалуйста. Да. Инициативу Нестеровых-Метлицких. Нестеровых-Метлицких. И предстоящую выдающуюся дальше. Триумфальную историческую самую лучшую в мире победу. Выдающуюся. Была уже выдающуюся. Да, самую лучшую в мире победу на выборах 2024 года. Угу. На пост президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Огромное вам спасибо. Огромное вам спасибо. Это дальше нужно записывать? Мы очень просим Владимира Владимировича Путина, Нестеров-Метлицкий. Вместе со всеми участниками, организаторами прямой линии, самые лучшие в мире. Константином Эрнстом. Подождите, пожалуйста. Да. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь, ура, 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 великая победа России на века. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь, ура, 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 великая победа России на века. Поддержали инициативу Нестеровых-Метлицких Жерар Депардье, Жаклин Бессет, Милен Диманджо, Клод Лелуш. Наша Россия, наш президент. Сигал поддержал. Вас наша сила, право и честь. Предстоящую триумфальную, выдающуюся, самую лучшую в мире победу на выборах 2024 года на пост президента России на выборах 2024 года Владимира Владимировича Путина. Прямая линия Владимира Владимировича Путина самая лучшая в мире. Празднично, торжественно проходит. Владимир Владимирович Путин президент любимый всенародный. Все делает для счастливой, благополучной, самой лучшей в мире жизни россиян. Для укрепления мира на планете, для дружбы и сотрудничества всех стран народа с великой, святой, могущественной, процветающей Россией. Призываем все страны, континенты вкладывать как можно больше
инноваций, капиталовложений, нанотехнологий в российскую экономику. Российская экономика самая лучшая в мире. Здравоохранение, армия, ФСБ, МВД, танки, самолеты, ракеты, космонавты, разведчики, корабли, подводные лодки российские, лучшие в мире, танки, самолеты. Благодаря Владимиру Владимировичу Путину, Людмиле Александровне, Марии Владимировне, Екатерине Владимировне Путину, Мишусину Михаилу Владимировичу, Владлене Владимировне, Александру Михайловичу, Алексею Михайловичу, Михаилу Михайловичу Мишустину, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, Светлане Владимировне, Илье Дмитриевичу Медведеву. Требуем от властей Соединенных Штатов, чтобы Соединенные Штаты безукоснительно соблюдали все важнейшие договоренности, договора с великой, святой, могущественной, процветающей Россией. От властей Великобритании требуем извинений за то, что их корабль нарушил территориальные воды российского государства. Спасибо большое за ожидание. Да. Николаевич. Да, я слушаю вас. Огромное вам спасибо. Да, я по вашей анкете, да. По вашему пожеланию Владимиру Владимировичу. Правильно понимаю, что вы хотите ему пожелать успехов, удачи, здоровья, да, дальнейшего правления, чтобы все в России было хорошо, чтобы он в 24-м году также выиграл выборы. Прекрасно. И чтобы все у него было хорошо. Отлично. Поздравляем. Я так и записываю? Да, обязательно. Все, я так и записала тогда. Спасибо вам большое. Огромное вам спасибо. Ваше обращение будет рассмотрено. Всего доброго. Всего доброго. Огромное вам спасибо. Хорошо. До свидания. До свидания. Спасибо. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Ура, ура, ура. Великая победа России на века. Уважаемый господин президент России, верховный командующий вооруженными силами России Владимир Путин, мы Нестор Метлицкий, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Людмила Ревна, Елена Петровна, Юлиана Максимовна, Иван Максимович, Дмитрий Петрович, Серафима Дмитриевна, Виктория Владимировна, Майя Юрьевна, Стелла Владимировна, Татьяна Семеновна, Владимир, со всеми россиянами очень просим вас, уважаемый Владимир Путина, верховного главнокомандующего вооруженными силами России Владимира Путина, избираться на пост президента России на выборы 2024 года. И на пост председателя правительства Российской Федерации Мишустина Михаила Владимировича, председателя партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича, мэра Москвы Собянина Сергея Семеновича, Санкт-Петербурга Беглова Александра Дмитриевича. Всем героям ФСБ, МВД и армии родной посвящаем наши песни, служить отчизне дорогой. Будем все мы вместе на страже Родины, стоите вы надежно. И предстоящей триумфальной победе на выборах 2024 года на пост президента России, на выборах президента России 2024 года Владимира Владимировича Путина мы всегда верны, всегда во всем вам доверяться можно. Вы смелые защитники страны, всем героям ФСБ, МВД и армии родной посвящаем наши песни, служить отчизне дорогой. Будем все мы вместе, наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Ура, ура, ура! Великая победа России на века. Господь Иисус Христос и Божья Мать и святая благодать с великою, святою, могущественной, процветающей Россией, с предстоящей триумфальной победой на выборах 2024 года Владимира Владимировича Путина. Победа на века. Слава и ура, ура, ура! Великая победа России на века. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Прямая линия Владимира Владимировича Путина.